для того, чтобы сделать снежинку из горячего клея, нам понадобится, как ни удивительно, горячий клей, серебряная краска в баллончике, глиттер и стразы. Вот такой вот минимальный творческий наборчик. И еще я посоветую использовать какую-нибудь пластиковую или металлическую поверхность, к которой не будет прилипать клей. И для удобства ее можно смазать кремом немножко или маслом. Нам нужно сделать 11 лучиков для нашей снежинки. 6 больших и 5 поменьше. Начнем. Начнем с больших. Итак, делаем из клея такую вот веточку. Наносим первый слой клея. Делаем прямую своего рода. Так. Верхняя часть будет немножко больше, чем нижняя. Делаем такие завитушки. И оставляем этот слой остыть. Нижний первый слой остыл, теперь наносим второй слой клея. Тогда веточка получается более узорчатой и после покрытия краской более красивой. И точно так же делаем маленькие веточки. Вот так выглядит наша заготовка снежинки до окрашивания. Вот такая у нас получилась снежинка из горячего клея, которую мы сейчас покрасим в серебристый цвет. Можно покрасить в белый цвет, будет красиво, в золотистый. В общем, в любой, какой вам нравится. Потом присыпем глиттером и посмотрите на окончательный результат. Вот такая после покраски серебристой краской и приклеивания страз получилась у нас снежинка, которую также можно использовать как серединку для цветка. До новых встреч, пока-пока!